Привет, Линдси, привет, Алкабарс. Привет, пупсики. Сейчас, секунду. Привет, Назарчик. Мор-мор-мор. Спасибо, Волкобарсик. Привет, Фростик. Так. Я хотела посмотреть выпуск Дудя. Привет, Рачок. Вчера такая укладка была красивая, но я вам ее не показала. Я думала, запущу вчера стрим, но, короче, я вернулась домой очень уставшая, под винишком, хотела очень спать. Вообще, я была разочарована, зла. Ну, я злюсь сейчас вообще на все, что можно и нельзя. Marry me? Maybe next time. Так, да, я вот хотела вот сюда зайти. Там ничего интересного, вот у тебя единственное, что я поняла из его выпуска, это то, что уже короткий, он лежит хорошо. Не, наоборот, Ивлеева сказала, что типа те, кто, у кого маленький писюн, типа тем плохо живется. Это у Дудя типа маленький, а у Джея большой. Привет, термосфера. Мне, кстати, интересно, он не пизделей вставил за то, что его теперь пиздализом называют? Спасибо, Волкобарсик. Короче, Рачочек, я все равно буду смотреть. Я не хочу пока фильм смотреть, и тем более еще рано. И у нас... Ой, у меня Доктор Стрэндж почему-то не качается.
Так, ладно, поехали. Посмотрим, короче. Сколько у тебя сантиметров? А у меня маленький член. Ну и маленький член тоже в моей жизни случался. Ты любишь кунилингус? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сейчас ты главная девушка русского Ютуба. Если бы тебе 4 года назад рассказали об этом, ты как долго у виска бы пальцем крутила? Ну, я думаю, что приличное количество времени. Я до сих пор в это не верю. Расскажи, что за жизнь была 4 года назад. Дай подумать. Я тут у тебя в последнем влоге увидел сочнейшую арахисовую историю про 23 рубля, которых не хватало на сникерс. Это было, да. Слушай, ну, 4 года назад я работала мастером по маникюру. У меня была тогда цель, типа, выучиться делать крутой маник, наращивать ногти, делать дизайны, которые, типа, там, в Ленобласти, это еще не город. Никто не сможет повторить. И вообще, я еще задумалась на том, чтобы стать классной массажисткой, ну и в процессе открыть свою клинику. И реально не было бабла вообще. Мы с сестрой, она заработала тоже в салоне, это была Ленинградская область, Всеволожский район, может, кстати, ты знаешь. Там, там фарды производят. Да. Собирают. Колтуши вообще, если быть точнее, рядышком. И мы реально встречаемся с ней на обеденном перерыве просто. Я говорю, Маш, у тебя есть деньги? А там типа до зарплаты нифига нет. Я только начинала и получала проценты. Типа вот клиент пришел, там заплатил там 500 рублей. И ты типа там получаешь образно там полташку, знаешь? Ну типа такого, я уже не помню. Ну это были копейки. И мы реально с ней встречаемся вот так вот. И я говорю, Маш, типа чего вы по деньгам? Она такая... Ну, у меня там, типа, вот там 15 рублей. Я говорю, ну, вот у меня там, там 14. И вот так вот мы собираем и говорим, что купим? Давай сникерс. Мы пошли там на обед себе сникерс купили, поели и вот. Слушай, маленький город в Ленобласти, а тебя же клеили все местные бундюги. Ну, какой контингент еще такой делает? Меня забавляют истории людей, которые якобы типа добились успеха, и у них были вот такие вот всегда истории, когда у них там денег на пожрать не хватало. Короче, место, где я родилась, это 12 километров от Санкт-Петербурга. Это 20 минут езды на общественном транспорте. Я, когда начала какие-то денежки зарабатывать, я снимала квартиру в Питере. И когда я устроилась на работу в ночной клуб, это тоже был период большой в моей жизни, 5 лет, но я работала, так случилось, реально в самом пафосном, крутом, дорогом клубе Питера. На тот момент это был клуб «Лак», может быть, кто-то вспомнит. Он даже был без вывески, туда приезжал весь жир, и московский, и заграничный. Футбики «Зенита». Все. Там просто вот так. Витечка, это, в смысле, алкоголь был сейчас. Так. Вот там вот всякие бундюки ко мне, конечно, клеились только в путь. Что им говорила? Мне это не надо. I don't like it. Есть какой-то универсальный метод отмазки, когда тебя клеит гангстер? Да просто говоришь, чувак, мне это не надо, правда, ты не понимаешь. Ты знаешь, Юр, ты вот поверишь мне, если я скажу, что я максимально прямолинейный человек? Ну, скорее, да. Ну, вот даже по отношению к мужчинам. Если мне кто-то не нравится, он сразу об этом поймет. Ну, одно дело, если, допустим, я тебя начну клеить, и ты мне прямолинейно отошьешь, я отреагирую нормально. А когда это держи морда из провинции, не из самого Питера, а, например, если он еще откуда-то приехал. Нет, согласна. Ну, это можно сказать, типа, ну, конечно... Примочка, пупсик мой, привет. А потом ты выходишь и блокируешь номер или сливаешься. И всегда можно похлопать глазками и как бы съехать, что было много дел, я побежала. Я всегда прокатывала. Сколько ты зарабатывала, когда была хостес? На тот момент это было плюс-минус, ну, типа 100 тысяч рублей в месяц. Это было очень много на те времена. 2013-2014 год это было... Это где она так работала, что ей 100 тысяч в месяц платили хостес? В Питере это и сейчас немало. Согласна. Ну, плюс-минус, да. Смотри, сейчас ты всегда увиливаешь от вопроса про то, привет, сколько хейтер. Денежки тебе приносит твоя работа. Поэтому я максимально привет, коротко. По моей инфе, одна фоточка, рекламная фоточка в твоей инсте стоит от 900 кусков, а видосик от 1 200 000. Ну, плюс-минус. Во-первых, расскажи охуеть, о самом невероятном. Серьезно? Там серьезно такие цены? У нее же по КД столько рекламы. У нее серьезно заказывают столько рекламы? Впечатление или особенное впечатление, когда впервые большие деньги от всей твоей деятельности тебе приземлились?
Как ты на это отреагировала и как сильно тебя оторвало от земелюшки русской в этот момент? Вот, кстати, либо мне так кажется, но от земелюшки русской меня пока не отрывало. Ну, типа, такого не было, что я начала зарабатывать деньги и такая, я могу себе позволить просто все, что хочу. Да, действительно, я могу себе позволить сейчас многое, но оно как-то постепенно происходило. А первая денежка... Сумма идет в миллион. Ну, типа, первый миллион, как бы это ни звучало. Да. Но, Юра, первый миллион я заработала не когда была блогером. Первый миллион я заработала еще в Петербурге, как раз-таки, когда работала хостес. Это ой, как? Чувствую, пиздит. А, это вообще сумасшедшая пиздит, история. Пиздит, как дышит, отвечаю. Хостесом было, заработала это, первый это, миллион. Жизнь. Я не знала еще, чем я хочу заниматься. Там, актриса, блогер, телеведущая. Просто думаю, именно надо. Хостес, которая в Питере зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, и заработала на этой херне миллион. Хостес, которая хотела выйти и потом решила стать блогером. Там, типа, найти себе богатого мужика, потому что, в принципе, эта профессия обязывает. А это обычная история для девочек просто? Да, конечно. Ну, по крайней мере, в клубах, конечно, все же хотят себе найти богатого мужика, тратить его бабки и жить припеваючи. Мне никогда это не нравилось, потому что я думала, что нет, я лучше буду там жить на... Так, котики мои, муркотики, я вас обожаю. Вот давайте я сейчас сделаю вот так вот, вот чтобы вы посмотрели мне в глаза, в мои очи карие. Я вас очень-очень-очень-очень сильно, душевно, очень сильно прошу, не нужно мне сегодня говорить спасибо, Волкобарсик. Спасибо большое. Не нужно мне сегодня говорить, что мне делать, что мне смотреть, куда мне идти, какая я плохая или какая я красивая. Не говорите мне сегодня ничего, иначе я вас пошлю нахуй, и я за это даже не извинюсь, и мне даже не будет жалко, потому что я как бы вас предупреждаю заранее. Вот, пожалуйста, у меня настроение второй день очень плохое, не то что очень плохое, оно пиздец какое хуёвое. Меня поджечь можно вот, вот так вот, понимаете, можно поджечь. Вот, поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, я не хочу становиться истеричкой, не знаю, какой-то ПМСной бабой, там, всем, там, не знаю, ругаться, раскидывать баны. Я просто, понимаете, вы меня доведете до такой истерики, что я просто, я к компьютеру даже подходить не буду. Я не то, что уже там какие-то стримы запускать. Вот, я вас очень прошу, просто не надо меня выводить, бесить. Я, конечно, понимаю, что очень многие долбоёбы, которые у меня сидят на стриме, я вас очень люблю, вы же мои долбоёбы, да? Но, пожалуйста, не нужно вот это вот, ты когда злишься, ты такая милая, давай я тебя доведу до того, что у тебя из жопы будет, блядь, вулкан течь. Вот, понимаете, как бы, ну, я просто вас очень сильно прошу, ну, не надо так делать. Ельки долбоёб, да, тупо мои долбоёбы, йоу, люблю вас. Так, мне надо закрыть Дискорд, а то у меня там какие-то звуки идут непонятные. Я смотрю Ивлееву, потому что я очень хотела посмотреть этот выпуск. Она мне как блогер, ну, как вайнер или как они там называются, она мне очень нравится. И она, в принципе, бабца симпатичная, да? И как бы, как она шутит, мне нравится. И мне было очень-очень интересно посмотреть вот этот вот выпуск. Потому что здесь раскрывается очень-очень много разных штук. Я, допустим, не знала, что у нее реклама нахрен такая дорогая. Вот, все, всех люблю, целую. Давайте смотреть. Не злите Эльку. Буду на обед себе покупать сникерс, но, типа, у кого-то просто посасывать писю за то, чтобы, там, типа, позволить себе купить сережки, камон, это вообще абсолютно не моя история. Ну... О, посасывать писю не ее история, а хостесом она каким-то хером в Питере зарабатывала 100 тысяч в месяц. Вот я не знаю, Волкобарс, ты ж ходишь в рестораны, наверное, ну, я не знаю, знаешь ли ты или нет. Вот в Москве, я просто помню, я с Чайкой разговаривала, она же хостес была в этом,
как там назывался этот ресторан, я не помню. Она, кажется, зарабатывала 60 в месяц, но это в Москве, и она была главной хостес, по Чайхане, вот, и она была там главной хостес, и она зарабатывала 60, а это в 2014 году в Питере она зарабатывала 100 в месяц, это бред какой-то. Ну и, короче, меня обожали все, ну не все, но многие вот взрослые дядьки, которые уже там имели какой-то статус, хорошо зарабатывали. И когда они приходили, вот эти вот все письки к ним подбегали, такие типа, о боже, что вам, столик, не столик. Как бы я всегда себя позиционировала как, ну, личность. Если хотите, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, деньги давайте, я отнесу их начальнику, вот вам, типа, официант, у вас все будет хорошо. Все. И, короче, мне пришла мысль, я думаю, так, надо мутить бизнес. С творчеством не получается, надо быть бизнесменом. И я подумала, что надо начать с малого, типа, открою мастерскую по ремонту обуви, какой-нибудь ларечек куплю и, типа, посажу такого таджика, он будет ремонтировать обувь. Ну, надо было что-то придумать, мне уже было 23 года, мне нужно было фантазировать. И я подумала, бизнес-план, это же потрясающе, я думаю, где взять денег? Потом тогда я думаю, у меня же в клубе просто 80% вот ходячих кошельков. Камон, надо что-то с этим делать. И, короче, там был один товарищ, который очень тепло ко мне относился. Какая забавная история! И я к нему, значит, подошла и сказала, и я не помню уже, честно, плохо сомнительно помню имя. Он уже такой в возрасте. Я к нему подошла и сказала, милый друг, у меня к вам есть бизнес-предложение. Если вам интересно, мы могли бы его обсудить там на днях, было бы классно. Он где-нибудь в сауне! Как бы сказал, что давай, почему не проблема, приезжай ко мне в офис. И я представляю, что у меня нет никакого бизнес-плана, у меня в голове только ларек с узбеком, который будет ремонтировать людям обувь. Я думаю, господи, Евлеева, что я ему сейчас скажу, что я ему предложу? Думаю, ну все, была не была. Авантюра началась. Я приезжаю к нему в офис, реально все вот по-серьезки. Стоит стол, он говорит, присаживайся. Стол стоит? Садится вот так вот напротив, говорит, излагай. И я ему рассказываю, что вот там, типа, мне может быть 1400, ну, типа, как учредительство. Я говорю, я окуплюсь, вы сначала будете там. А теперь вопрос. Дама работает в ресторане. Месячная зарплата, у которой 100 тысяч для Питера в 2014 году. И она просит у чувака 400 тысяч на бизнес. Серьезно? Там, получает там образно 60% прибыли, пока я все там вам не выплачу, а потом выйду в ноль, это будет чисто мой бизнес, там 300-400 тысяч мне будет достаточно. Он как-то воодушевился, значит, моей идеей. Может, долларов, подождите, она ж не указала валюту, может, она про доллары, наверное, говорила. В ночном клубе? Да какая разница, где она работала? Вы понимаете, что это огромная сумма для 2014 года? В Питере не такие заработки, как в Москве, для хостес. То есть это сейчас, чтобы вы поняли, это сейчас она зарабатывала, получается, сколько? Больше полторушки, где-то 1600-1700 долларов. Это сейчас, на сейчас курс. А тогда курс сколько был? Ну, в два раза меньше, так точно. То есть она получала трешку. 3000 долларов в Питере за месяц. Это бред, это бред. И он сказал, что хорошо. Хорошо, говорит, я дам тебе денег. Ты классная, говорит, это круто, что ты, типа, работая в ночном клубе хостес, приходишь ко мне и абсолютно вот так вот серьезно говоришь, давайте вы станете спонсором, там, учредителем. Спонсором. И на следующий день... Блядь, ну... На самом деле, ей удают очень-очень слова разные. Становись спонсором! Становись! А я там как-нибудь что-нибудь придумаю. Что-то у меня падает. Мне звонок в дверь, я жду свои заветные 300 тысяч. Думаю, сейчас начнем бизнес строить. И мне привозят наличными 1 000 000 рублей. Вот такая вот пачка, я никогда ее не забуду, в пакете черным перемотанным, я открываю, там 1 000 000 рублей. И он написал записку, говорит, Ивлеева, типа, я даю тебе 1 000 000, у тебя все получится, если хочешь, давай. Ей чувак просто так, ну или занял, или хер его знает, дал 1 000 000 долларов, типа стартап, и она не помнит его имени, вы серьезно?
Вы серьезно, я, конечно, понимаю, что она сейчас зажралась, и у нее каждая реклама миллион стоит, но, блядь, не запомнить имени человека, который тебе помог, это бред, товарищи, такой бред. Давай. Как будет удобно, тогда все отдашь, выплатишь и так далее. И вот я заработала свой первый миллион путем вот этой вот бизнес-встречи. И ты вложила его? Конечно же нет, я все просрала, но неважно, сделка состоялась. Но тебе же нужно было вернуть. Вот у меня тогда и слетела крыша. Потому что ты вернула миллион? А, нет, но... Ты че, верни миллион. Не, сказал... я не шучу сейчас. Нет, подожди, он сказал тогда, что он делает, как сказать, ну типа вклад безвозвратный. Конечно. В смысле безвозвратный? Ты только что сказала, что ты должна отдать как-нибудь потом, когда заработаешь. Что за бред? Что она несет, бля, Ивлеева, сука, я ж тебя так любила. Но... Нельзя этому верить. Ну, послушай, у меня нет ни телефона человека, я даже не помню, как его зовут. Конечно, если я он увижу, он хотел я тебя могу... купить таким образом, как ты думаешь, твою нет. тушку? Нет. Телефона нет, адрес офиса она забыла, имя она забыла. Адрес, то, что ее знают, это вообще, типа, такое, типа, кому попало, раздает адреса. О, fucking shit, боже, взрыв мозга. Я тебе больше скажу, когда я взяла эти деньги, я действительно очень долго их хранила для того, чтобы открыть этот ларек с ремонта обуви. Но он долгое время там не приходил, он тоже нечастым гостем был. И как-то все-таки через пару месяцев он вышел со мной на связь и спросил, как у меня дела. Я сказала, что ну пока никак, но я в процессе. Он сказал, ну смотри, если у тебя будет получаться, класс. Если нет, ну типа... Мор-мор-мор! Это твое право. Вот так вот, просто вот белый ангел дал спасибо, мне деньги и сказал... Спасибо, волкобарсик. Так, вот, кстати, спасибо, волкобалсик. Так, а че у меня вебка такая темная? Fuck this shit. Найс, мне не особо лучше стало видно. Нет, мне просто интересно, насколько это пиздобольство реально дойдет до края. То есть, смотрите, тут всего лишь 10 минут прошло, а тут уже столько пиздобольства, что у меня уже... Я уже лапшу жру с ушей, понимаете? А где гифки? А там, типа, на одной из гивок нет гифки. Вроде, я там что-то нахимичила такое нехорошее. Привет, Шуршик. Хочешь, попробуй. Вот клянусь, ничего не делала, ничего не давала взамен. Просто пришла вот так вот и сказала, что у меня есть бизнес-идея. Uh-huh. Ну, то, что ты просрала эти деньги в итоге, тебе... Ты понимаешь, что это неправильно? Абсолютно, но... А чего можно было ожидать от девушки, которой 23 года, и до этого у меня... Я в глаза таких денег никогда не видела. Конечно, я их просрала. А нахер ты их просила? Но я в половину просрала грамотно. Это как? Ну, я там... ну, типа, родителям что-то дала. Там, пошла на здоровье поправила. Здоровье. Короче, я просрала этот миллион. Здоровье поправила. Ну, об типа... этом позже. Да. Об этом, о здоровье позже. Чтобы хорошо работать и оставаться продуктивным, нужно хорошо отдыхать. Мой любимый способ перезагрузить голову – это гриб. 18 месяцев. Вот такой рок прикид для пацана. Вот это я понимаю, Сергей. И одно из главных на осень. А то он на очень прочно на батарема. На пирог. Блядь, какая долгая реклама, сказал не нахер. Шнур. Твоя земля, кстати. Угу. На альбоме «Пираты 21 века» сказал Нетленку. Заводы стоят! Привет, Зус. Да, сейчас мы досмотрим и будем смотреть этот... у нас Капитан Америка в каком-то, не знаю, One Year Love сказал, что там какое-то такое охеренное, нереальное качество, что просто вынос мозга. Вот просто вынос мозга. И, как бы, короче, мы сейчас досмотрим и будем смотреть два фильма сегодня будем смотреть. Ну, если меня не бабахнет с первого. Стоят одни гитаристы в стране. Заводы стоят, блядь, одни гитаристы в стране. А сейчас ощущение, что одни блогеры в стране. Да. Как ты к этому относишься?
Знаешь, Юра, вообще, если честно, меня иногда раздражает этот факт. Я поняла, что меня начинает это раздражать, когда я не собиралась быть вайнером, потому что как бы я не любила это слово, именно с этого начался мой блогерский путь. И когда я начинала, этого было не так много. И в процессе я поняла, что этого стало так много, что меня это начало прям бесить. Этого стало как говна. Но потом я абстрагировалась, и сейчас, если честно, я вообще практически ни за кем не слежу. Я абстрагированно веду свою деятельность, и ни с кем там не провожу параллели, и вот реально даже практически ни за кем не слежу. Но могу сказать однозначно, что меня бесит в блогерах. Да. Что они ведут себя так, как будто они сделали действительно что-то достойное в своей жизни. Что там, что-то высокомерное или что? Ну, типа, да, какие-то понты, потому что сколько раз было, я прихожу на мероприятие, и там собираются, значит, участники там страниц в 200-300 тысяч подписчиков и ведут себя так, как будто они защитили какую-то там, не знаю, им выдали премию, или они просто сделали какой-то прорыв года. Ну, типа, абсолютно необоснованно. Ты себя так никогда не было? Никогда. Только все, что я делаю, все мои вейбоны заканчиваются у меня внутри вот моего офиса, когда я раздаю заслуженно пизделей своим сотрудникам. За что последний раз раздавала? За то, что выпуск вышел не в 7 часов вечера моего шоу, а в 7:40. Это было вчера. Мы встречаемся с тобой не в Москве, вдали от родины. А в какой день ты в поездке? Оль, какой день? 25. А сейчас какой? Ты 25 дней не была в России? Нет. 25-й день? Серьезно сейчас? Юра, 25 дней я не была дома. У тебя был секс эти 25 дней? Да. Был? Да. Это редкость. Но... Тут у нас приходил, предыдущим гостем программы был Сергей Доренко, культовый русский журналист на стыке веков, и он рассказывал, что на третий день командировки все девушки сплошь красавицы. Как обстоят дела у девушек по части наблюдения за парнями в командировках? Ну, ты знаешь, это зависит, во-первых, от стран, потому что иногда мы обижаем такие страны, что там не то чтобы с парнями, там с девчонками вообще с народом плохо. Но терпимо. Терпимо. И есть же всякие штучки, которые происходят в режиме онлайн. В режиме онлайн. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, конечно. Блин, ты практикуешь... Подожди. Виртуальный секс? Да. Ну... Слушай, когда ты впервые это попробовала? Ну, подожди, что в твоем понятии виртуальный секс? Когда ты с любимым человеком на связи, и вы мастурбируете одновременно, в общем, каким-то образом друг друга заводя через экран. Сука, заикаться аж начал, бедняга, он нервничает. Именно чик-чик-чик-чик-чик. Ну, это может быть и такая функция, или просто какое-то поддержание, типа, горячих смс-очек, фоточек и так далее. Ага. А какие программы для этого используются? То есть это может быть и старомодный скайп, и телеграмчик, и все что угодно. А это круто. Где самые красивые парни на свете? Ибица. Потому что туда съезжается, конечно, весь сок. Как и девчонок, так и парней. Я, когда была на Ибице, у меня рот не закрывался. Мне казалось, что просто я в раю. Но это же типа остров разврата. Что ты думаешь о красоте русских парней? Подождите, я что-то не уловила суть, почему у нее рот не закрывался, пока она на Ибице была. Стойте, у меня тут мусора куча. Ибице, что туда съезжается, конечно. Ибице. И старомодный скайп, и телеграмчик, и все что угодно. А это круто. Где самые красивые парни на свете? Ибице. Потому что туда съезжается, конечно, весь сок. Как и девчонок, так и парней. Я, когда была на Ибице, кстати, да, она права. У меня рот не закрывался. Мне казалось, что просто я в раю.
Ну, большинство это же, типа, людей там действительно что очень думаешь, красивые. Мужики красоте, нереально красивые. Блин, ну они же там все гиюги. Оцени их, вот если, допустим, принять ибицийских пацанов. Ну, я так понимаю, что ты имеешь в виду, в первую очередь, там, голландцев, немцев и всех остальных, кто туда пригоняет, позанимавшись в тренажерке основательно. А если принять это за 10, то русские пацаны это сколько? Ну, наши парни, наверное, на семерочку тянут. Мне нравятся наши парни. На семерочку? Они, конечно, не супер идеальны. Тут даже дело не в красоте. Дело в, как это сказать, в менталитете наших парней. Мне нравится, что, допустим, если взять тех же самых там итальянцев, испанцев, да, они там надушены, у них глажная рубашка, и он к тебе не подкатывает под часовые яйца и думая, что... Ну, типа, вот я здесь, я есть, я обратил на тебя внимание, ты самка, погнали. То есть они там реально там стараются, там, душатся духами, там, все такое. Но вся эта история как бы такая певческая и быстротечная. А с нашим мужчиной можно, в принципе, далеко пойти, о чем-то поговорить, придумать, если это, конечно, барышне надо. А с ними такое, это быстротечная такая история абсолютно. Тебе не то, чтобы я практиковала, просто я... Тебе по-прежнему... То есть... Я, конечно, все понимаю, но даже если бы ты знал, ну, как бы, ну, человек не знает языка, да? Ни германского, ни итальянского, ни еще, естественно, о чем она пойдет с ним разговаривать. Она даже английского не знает. Мне вот интересно, как она ведущая «Орел и Решки», и она не знает английский. Как это вообще? Ну, вообще, Ивлеева мне, ну, нравилась, но чувствую, после этой программы, типа, нет. Ему шлют члены в директ Инстаграм? Реже, слава богу, но иногда бывает. Можешь взять телефон и показать хоть один? Слушай, ну это же в директ, когда ты натыкаешься, когда нет души. А вот сейчас у тебя свеженькую, ну ты ничего не... Ты все сразу удаляешь, да? А, скорее всего, сейчас не будет, потому что у меня вышли сторис по шоу, и люди на него дают обратную связь, и я сейчас не найду, да. А сохраненного у тебя никакого нет? Нет. Покажи член, хотел сказать я. Погнали. Но он у меня есть, только невидимый. Да? Скорее яйца. Ты сейчас же не шутишь. Про яйца? Ну да. Тебя же называют... Нет. Ну тебя же называют девочкой с... Леди Гопник или девочка с яйцами. Когда ты впервые это поняла? Я этого не понимала. Леди Гопник мне вообще не нравится. Мне почему-то так называют мои друзья, которые сидят сейчас за камерой. Девочка с яйцами. Это, наверное, все... Вот, и, ты знаешь, нет, я знаю, когда я поняла это. Когда я переехала в Москву. Когда переехала в Москву, и началось мое становление вот как личности, формирование полное. Потому что до этого были только мытарства, и типа я понимаю, что я могу что-то больше, но не знаю, как это сделать. А когда я переехала в Москву, и началась моя плодотворная работа над собой, и вообще я поняла, что да, у меня есть характер, да, у меня есть выдержка, и, к сожалению, да, у меня есть яйца. Хотя, наверное, к счастью. Но при этом я могу быть очень женственная. А почему, к сожалению? Девочка с яйцами? Да. Ну, слушай, да, я не знаю, мне иногда кажется, что... Вот я смотрю на всех этих милых девчулек, знаешь, вот это вот... Такая вся нежность с длинными волосами, они такие хрупкие, малышки. И я так думаю, блин, мне кажется, я такая грубая, такая мужественная по сравнению с ними. Но потом я понимаю, что во мне секса гораздо больше, чем в этих милых созданиях. Я пару раз натыкался в «Орле и Решке», как ты вот так вот сидишь. И я, как понимаю, это фирменная фишка, да? Вот так вот? На картонах. Вот так же, да? Откуда это, скажи? Шутки ради, это же образ. Ну, типа, понимаешь, я народный человек. Вот как ты говоришь, девчонка с яйцами. Я могу быть женственной, нежной на каблуках. И, то есть мне нравится гнать. Это гон. Сесть и сказать оператору, там, типа, слышь, там, присядь, поболтаем. И... Ну, у меня, наверное, есть яйца. Наверное. Ну, народ почему-то так воспринимает, что ты, типа, вот леди Гопник. А умеешь не отрываясь сидеть? Не знаю. Давай попробуем. Кстати, ты так говоришь, я так не сижу, знаешь, сутками напролет. О, у меня получилось. Так. Вот, кстати, это неудобно. Ты знаешь, да? Сидеть просто... Блин, вот здесь вот прям... Напрягается, да, вот да. Трицепс, ну да. Вот задний бицепс бедра. Ну, выглядит интересно в целом. Вот, ну, достаточно... В твоем исполнении. Да. Ну, вот так вот мне нравится больше. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты давно суперзвезда интернета, но все равно мечтала попасть в телек. Нафига? А почему нет?
Ну, во-первых, я в телеке в самой классной программе про путешествия. Она интересна, это не скучно, это не какой-то зашкварный там проект скучный, какой-нибудь неинтересный на каком-нибудь там РЕН-ТВ. Это реально классный телеканал, один из интересных топовых молодежных программ, которую я даже сама реально, с учетом того, что я сама редко смотрела телевизор, это та программа, которую я смотрела, ну, достаточно регулярно. Почему нет? Ты представляешь, есть телевизор, вот эта вот программа, которая каждый день показывает мое лицо. Да. Успешно. И интернет, который делает то же самое. И все это идет в параллель. И это гармонично все работает. И дает потрясающую обратную связь. Почему нет? Ты вела в этом году премиум СТВ. Я знаю одного человека, тоже из интернета, которого тоже звали ведущим этой программы, вот, рядышком с тобой. Но он отказался, потому что попса галимая. Тебя попса не смутила? Это экспириенс, который мне был безумно интересен. Вопрос, если меня второй раз позовут, это... Ну, вот мне вот, кстати, интересно. Обычно у людей, которые очень часто используют английский язык, у них появляется речь, как суржиком становится, знаете? Ну, английско-русский. Они вставляют английские слова в русскую речь. Мне вот интересно, она фактически, ну, она очень плоха в английском. То есть она на нем не разговаривает. Ну, как бы она может, но очень плохо она на нем будет разговаривать. Но при этом она зачем-то вставляет английские слова. То есть она не может просто сказать, да, что это типа определенный опыт. Нет, надо сказать, что это определенный экспириенс. Вернее, если меня позовут второй раз, вот это уже вопрос. Но для первого раза мне было безумно интересно. Олимпийский. Камон! Я даже не певица. Я вышла, понимаешь, и сказала в микрофон: «Привет, Олимпийский!» Я 4 года назад, 8, проезжала Москву, видела Олимпийский там с этого поезда, понимаешь, Останкинскую башню, и думала: «Господи, когда-нибудь я буду здесь жить». И я выхожу, Ксения Собчак, Нагиев, Галкин. Секунду. Господи. Там, типа, люди, на которых я смотрела по телевизору. Да, это... все равно это круто. И выйти и сказать на весь Олимпийский: «Привет, Олимпийский!» И потом дать жару. Ну, или мне так казалось. А какую музыку ты сама слушаешь? Я меломан. Очень разную. Я могу сегодня слушать русский рэп, а завтра умирать под Гребенщикова. У тебя есть любимая песня Гребенщикова? Безусловно. Какая? «Город золотой». Есть город золотой с прозрачными воротами. Тем не менее, у тебя есть желание дозировать себя по части шоу-бизнеса? Ты не боишься, что ты можешь... Ну, в общем, ты близка к тому, чтобы стать частью этого шоу-бизнеса, того старого, в значительной степени себя потерять? Не-не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Если я вхожу в какие-то штучки, это чисто ради эксперимента чуть-чуть. Либо... На полшишечки? Да. Либо... Ну, знаешь, вот реально попробовать, либо чтобы у меня была какая-то обратная связь, которая мне потребуется с определенным человеком. Но вот это вот устоявшийся, вот этот голубой огонек, нет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я точно знаю, что среди богатых российских граждан есть такая категория, как бренд-факеры. Чуваки, которым маниакально хотят трахнуть девочку, известную девочку, и готовы расстаться с любыми бабками по этому поводу. Как часто они подбивают клинья к тебе? Я на самом деле о таком, наверное, первый раз слышу, и не подбивают ко мне клинья такие ребятки. Никогда? Мне кажется, просто мужики меня боятся. Почему? Ну, потому что я самодостаточная. Дерзкая, красивая, и, как правило, легче как раз-таки подбить клинья каким-то, мне кажется, просто девочкам, которые любят ездить в Монако. Когда-нибудь тебе предлагали деньги за секс? Никогда.
Даже вот в те времена ночного клуба? Никогда. Ну, типа, пытались просто познакомиться, типа, пойдем в кино, кофе попьем, но... Это не предложение денег. Да, ну, то есть такого, что, типа, давай я тебе дам бабки ему. Блядь, такая она, типа, вся правильная, что-то как там... Не может быть такого. Даже у меня в Инстаграме мне постоянно в директ пишут люди, которые предлагают... типа бабки за секс или там за знакомство или ну что-то такое, короче, они предлагают. Вот. А ей типа, бля, ни разу не писали. Что за бред? Никто и не пишет, никто и не зовет. Она вся такая с яйцами. Бля, где ножницы? Ножницы? Ау! Вы же где-то тут были. Вы были где-то тут. Ау, ау. Муха. Мы с тобой займемся сексом, не было. Возможно, кто-то писал там когда-то в интернете, ну ты знаешь. Слушай, кстати, между прочим, заметно, что она не совсем так накрашена. У нее очень-очень сильное опухание идет под глазами. И у нее глаза такие же маленькие, как у меня. Вот. Но так она не сильно накрашена, и это даже видно на самом-то деле. Она могла бы здесь намного лучше выглядеть. Она здесь выглядит вполне обычной. Как бы, если с нее вот это вот снять, она не намного сильно будет отличаться. Это даже видно. Может, какой-то там в директ кто-то что-то прячет, ну, какой-то дебил, дегенерат. Но, типа, каких-то таких прямых штучек не было. Штучек. Штучек. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты запустила свое вечернее шоу «Агент-шоу». Нет, лицо у нее не мужское. С чего вдруг? Всем привет, я Настя Ивлеева, и вы смотрите «Агент Шоу». А почему нет? Мне захотелось что-то свое, что-то по части, ну вот как раз-таки такого формата. Это не что-то новое, типа огромное количество шоу, где берут интервью, где развлекаются и... Ну, по сути, это Ургант для девочек. Ну, может быть, не знаю. Угу. Я не знаю. Почему это вышло одновременно с шоу Регины Тодоренко? И это очень похоже. Очень. Клянусь, Юра, это чистая случайность. Я клянусь, я не знала, что у Тодоренко будет шоу. Мы сидели, я еще помню, там в кафе, и я собирала свою группу, с которой я вообще вот думала что-то вот это вот все грандиозное замутить. И говорила, ребят, надо шоу делать. Я хочу, я не могу. Хочу общаться с гостями. Хочу, короче, творить всякую разную историю. И мы взяли это в разработку, то есть все, у нас уже пошло планирование студии, как она будет выглядеть, каких гостей мы будем звать. Ну, короче, все, процесс пошел. И так как у меня нет времени смотреть телевизор, и несмотря на то, что я человек из интернета, я, в принципе, редко слежу за новостями, потому что мне реально не до этого. И тут я случайным образом там узнаю, что, типа, у Тодоренко выходит шоу на пятнице. И я берусь за голову и думаю, ёб твою мать, это что же сейчас будет? Все будут говорить, что там, типа, плагиат, не плагиат, как это все вообще скомпоновать вместе, потом поняла, что. Ну, подожди, а при чем тут плагиат, если у Тодоренко выходит эта херня в телеке, а у этой на Ютубе? И, кстати, ее первым гостем, насколько я помню, была эта Регина Тодоренко, чьи-то Тодоренко, Тодоренко. Она ж хохлуха, Тодоренко. Ну что, пусть. Люди сами все поймут, когда увидят. Один проект и другой. И что надо понять? Что агент-шоу на Ютубе — это прекрасный проект. Ты сама это делаешь? Да. Вот это вот слово тоже из телевизора «шоураннер» этого, этой программы — ты. Как отметила? Ну, у меня есть ребята, которые мне помогают, ну, творческая группа в плане, там, образно, сценариста. Давай, сколько человек его делают? Ну, если мы не берем людей, которые там стоят с камерами, или берем? Не, не берем, 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 да. Ой, я не знаю. Это большая команда. Чек 20. Ну, плюс-минус, я думаю, что, ну... Сколько на... Около 30, наверное. Сколько на производство одной проги ты тратишь? Почему, Элечка?
Про одну не скажу, я могу тебе сказать за 2 съемочных дня. Да. Мы снимаем в целом по 5-6 программ. То есть это 2-3 в день. Да. 2-3, ага, так. Как снайпер ее, ее ну, в целом уходит плюс-минус около Настя 2 лямов. 2 лямов. Да. А и экономика, пока же там нет рекламы? Нет. Да, экономика и расчет на то, что она появится позже. Ну, сейчас заходит. Офигеть, то есть ты сама себе продюсер? Да. Но это был такой эксперимент. $2 миллиона за одно шоу? Она тратит 2 миллиона рублей на одно шоу? Что за бред? Конечно, что когда бред? Ты платишь деньги со своего кармана и не знаешь, получится, не получится. Чья идея сделать студию так, чтобы там были твои фотки? Реально твоя? Фотки? Да, но ты сидишь на фоне себя самой. Ну, классно же. Ну, такое. Слушай, ну никто еще... Вот ни одного комментария даже не было о том, что это выглядит самовлюбленно. Хотя, когда я пришла в студию, мне тоже так показалось, но... Ну, ты рассказывала просто, типа, 20 минут назад по поводу того, по некой высокомерности блогеров, и тебе это не нравится, а тут ты сидишь на фоне ну, себя. Ну, ладно, дело в фотки повесить, другое дело говорить, ты там, эй, воды принеси. Но я тебе скажу, что... У нас уже почти отснят второй сезон. У нас сейчас первый будет подходить к концу. У нас уже отснят второй сезон. Я просто верю в успех этого проекта. Я еще дам всем просраться. А на третьем сезоне я буду менять студию. Наверное, с фотографиями чуть-чуть... Моя ты рыбка. Опустимся. Ты довольна первыми? Когда мы это пишем, вышло 4 проги. Ты довольна ими? Ну вот с каждой новой довольно все больше. Дальше лучше, я это знаю, потому что все снято наперед. Но да... Первая программа вообще я держалась за голову, потому что я смотрела на себя и понимала, что человечек сам не понимает, что происходит, хотя он ведущий. Ну, конечно, это волнение, и его никуда не деть. Но сейчас я довольна. С каждым выпуском я довольна. Но я понимаю, что дофига есть, над чем нужно работать, что я хочу поменять, какой сценарий, какие рубрики. Я вот сейчас приеду в Москву, когда-нибудь уже хочу домой. На самом деле я просто не понимаю, на что тратится 2 миллиона рублей. Допустим... Допустим, холл, где это все сделали, да, ну, где это снимают. Ну, допустим, возможно, они арендовывают оборудование, и то я уже более чем уверена, что оборудование у них давным-давно уже профессиональное есть, так как она же снимает вайны свои на что-то. На что она тратит эти деньги? На гонорар звезде? Или на что? И буду прям жестко вот прям по сценарию разноситься. Регина, когда запускала свое шоу, она гоняла в Штаты, она ходила живьем на Киммела, она ходила живьем на Эллен. А ты вдохновлялась кем-то? Нет, никем. У меня вообще такая политика. Ты реально, ну, такая самогонная леди. Юра, да? У меня такая политика. Я ни за кем не слежу и ни с кого не беру пример. Я даже шоу Регины не смотрела. Ну да. Серьезно. Я клянусь, у меня смотрели люди, которые со мной на работают. На рекламу чего? Какую рекламу? Где рекламу? Эта херня идет в Ютубе. И эту всю херню рекламируют одни и те же блогеры, которые состоят, короче, в одном центре, у которых одни и те же продюсеры. Вы никогда не замечали, что очень-очень многие блогеры, они... это то же самое в Америке. Они такие, типа, дружат, снимают совместные ролики, там еще что-то. Это не изначально не потому, что они такие вот классные друзья, где-то встретились и, о, бац, они полюбили друг друга, подружились или еще что-то. У них один и тот же центр, который их продюсирует. Вот. И, соответственно, если они рекламируют ее шоу, это не потому, что там бабки проплатили, а потому, что там, грубо говоря, им сказали продюсер, либо потому, что она их друг, понимаете? Вот и все. 30 человек в студии, это уже Ивлеева сама говорила, она приглашала фанатов туда. 30 человек в студии приглашают для... Короче, фанатов приглашают. Возможно, аренда, зарплата кому? Кто снимает это? Ну, окей, зарплата, но не 2 миллиона рублей, не 2, вообще не 2. И сказали мне свои впечатления. Я не смотрела, вот из... Вот, что сказали? Позиция такая. Ну, сказали, что неплохо, но видно, что телеканал делает свое дело, ну, то есть зарезает в пух и прах. Остроту? Ну, конечно.
Про «Орел и Решку» мы намеренно говорим не очень много, по касательной. Одна из вещей, которую хочу узнать. До «Орла и Решки» ты за границей была только в Лондоне. Да. Во-первых, давай, нет, это просто очень неочевидный выбор. Только в Лондоне, в одной из самых дорогих точек Европы, как минимум. Что ты там делала? Объясню. Это была моя первая... Искала продюсера или спонсора, как я вам там говорила. Какая скотина мне там что доставляет? Первая поездка спонсорская. То есть я тогда только вот набирала обороты в плане блогерства, и мной... Ну окей, ладно, звезд приглашают, помещение сняли. Сняли, получается, там 5-6 шоу. Окей, это 600 тысяч, допустим, если каждой звезде дать там по... И то, там на самом-то деле все так прохавано. Я более чем уверена, что у большинства звезд там просто был бартер. У Регины был выход своего шоу. У этого Вилана выход клипа. Погребняк сама себя рекламирует уже, блядь, во все дырки, в щели, вообще везде, блядь, влезла, где только можно. Поэтому для нее это тоже выгодно. Они не будут брать большие бабки, потому что для них эта реклама очень большая. Чего они так поднимаются долго? Начали интересоваться какие-то компании. Это, кстати, ну, просто сайт знакомств, скажем так, определенный, который тоже собрал группу блогеров и, типа, вывозил нас. Мы там снимали сторисы, фотки и плюс параллельно смотрели Лондон. И вот это была моя первая заграничная поездка. Я была в восторге и восхищении. Когда началась «Решка», ты что? У меня вообще мозг взорвался. Это как это? Я когда в Азию приехала, я такая, ого, ничего себе, как все устроено в этом мире. И до сих пор так удивляюсь. Ага. Уже меньше, конечно, но я до сих пор иногда пребываю в глубоком восторге. А когда тебя брали на эту работу, это же было плюсом к тому, что у тебя частота восприятия? Я думаю, да, конечно. Я думаю, что вот как раз-таки продюсеры и режиссеры потирали ручки, и это было прекрасно смотреть, как я первый раз ем какого-то жука, или первый раз прыгаю с тарзанки, или вообще, ну, типа, любая коммуникация с миром для человека, который до этого не занимался такими делишками, это прикольно наблюдать. Юрий будет дуть. Хочу про секс с тобой поговорить. Мне кажется, что мало с кем можно поговорить про это интересно и открыто. Для начала, когда ты снималась для Максима оба раза, ты волновалась или скорее заводилась? Первый раз вообще спокойно себя чувствовала, а второй раз, ну, хотя, по сути, в первый раз надо волноваться, я вот во второй раз волновалась прям. Почему? Не знаю, это с чем было связано, но... В первый раз, когда проходили съемки, не было главного редактора Маленкова. Там была там съемочная какая-то команда, и как-то оно, знаешь, так все легко. Я просто человек, которому нужно, короче, мотивировать, подбадривать. Вот я сняла что-то, вот даже в «Решке», мне важно, чтобы режиссер подошел и сказал, ты красава. Я такая, и пошла дальше. И здесь такая же история важна мне была. То есть я там с фотографом, когда работаю, я понимаю, что я делаю хорошо, но мне нужно, чтобы он мне об этом сказал. Вот я как вдохновляюсь. Но когда надо было сиси оголять, ты... Вот, я, значит, когда... Ты смущалась или конечно, наоборот? Нет, я смущалась. Я очень смущалась. Я прям держала до последнего и сказала, я не буду. Я сказала, все, уходите, двери закройте, не смотрите. И мы реально остались там вдвоем с фотографом. И я прям вот так вот... И Маленков такой, да сколько можно? Уже просто опусти ты эти руки уже, давай мы сфоткаем твои сиськи уже. У нас уже столько баб прошло через эти обложки, мы уже на них не реагируем. Я сказала, нет, не хочу, не хочу, пожалуйста, вот так вот меня вот так вот. Выйдите, не смотрите. Я стесняшка. Расскажи про лучший секс в своей жизни. Не называя партнера. В плане, ну, у меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз. Прям каждый раз? Каждый раз. Это фантастика. Насколько ты из тех девушек, для которых... Волкобарс, ты вообще адекватный человек. Это просто жесть. Спасибо тебе огромное. Но, типа, ты понимаешь, что вот такое вот очень-очень трудно, как бы, занести домой. Но, кстати, Пуне понравилось. Смотри, нюхает. Капец.
Ой, жесть. И сколько их там? Можно узнать? Можно озвучить, сколько их там? Это типа вообще жесть. Тяжелое такое. Так, я пропустила что-то интересное? Про писюны уже говорили или нет? Или это вообще все девушки, для которых то, что предшествует сексу и вообще эмоциональное состояние, гораздо важнее всяких физических вещей. Типа прелюдии всякие? Ну, типа нет, если втрескалось в человека, похрену какой у него член и все остальное. Нет, мне важны все составляющие. У меня были такие случаи, когда я была влюблена, а потом пам-пам, получите, распишитесь. А что такое пам-пам? Ну, это когда, типа, либо сложно разглядеть вообще, где, собственно... Прям маленький член? Инструментарий. Ну, и маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро и... А как это происходило, расскажи? Маленький член? Ну да, то есть ты познакомил... ты, у тебя с парнем дошло до секса, и... Ты смотрел когда-нибудь «Секс в большом городе»? Я даже знаю, как вы когда, да, сама ты спросила, а мы, типа, начнем когда-нибудь уже, типа, заниматься сексом? А чувак там уже добрых, там, 5 минут, понимаешь, отрабатывает за всю мужскую, да. И у тебя так же было? Ну, почти. И я такая, это еще было по молодости, хотел сказать, по юности. И я такая, так, 5 утра, интересно, трамвайчики уже ходят до метро или нет? И все. И больше ты с ним не встречалась? Никогда. Спасибо, а слушай, дай совет парням с маленьким членом. Ну как я могу дать ему совет? Ну а серьезно, вот что, хорошо, ну это подожди, ну им же не надо убиваться, но он так родился. Я согласна. Вот давай представим, что у меня, ну, да, у меня маленький член, вот. Как, ну блин, плохой пример. Я надеюсь, ты оставишь это в программе. Нет, здесь ирония ушла, вот, у меня все нормально. Допустим... Подождите. Они уже начали, они сказали про то, что 15 сантиметров это мало, да? Она уже сказала про это, потому что они обсуждают, что маленький, какой большой, да, но не обсуждают размеры, то есть они размеры уже обсудили, да, я так поняла? Нет, плохо. Смотри, ну есть же парни, у которых небольшой член. Конечно. Ну им не убиваться же. Я вообще воспитан на поговорке, что если у пацана есть хотя бы один палец, то он не импотент. Ну, на каждый маленький член найдется своя укротительница. Что? Как жить, чтобы не комплексовать? То есть, она любит, ну, судя по этой поговорке, у нее писька большая. И ей для этого нужны большие писюны. Комплексовать. Ой, вообще, конечно, маленький член — это приговор. Почему? Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом. Это откровенный пиздец. Ну, правда. Ну, типа... Блин, давай покажем, хотя... что такое маленький. Я просто, может быть, я холодным потом сейчас, узнав себя, истеку в этот момент. Маленький — это какой? Вот давай, показывай на таких отметках. Что такое маленький? Ну, я думаю, что... Слушай, ну давай в сантиметрах разберемся. Да никто не меряет, в 8 классе все мерили последний раз. Все мужики меряют свой пенис. Сколько у тебя сантиметров? Я мерил пенис с класса с 8-го. Почему? Ну а нахрена мне это делать? Чтобы вот когда были такие моменты, ты четко смог бы мне ответить. Слушай, ну маленький член — это не знаю, ну типа вот тебе сколько лет? 31. Вот 31. Представь, что у тебя в 31 год в стоячем состоянии пися, там, 15 сантиметров. Это маленький? Ну да. Так, подожди, 15, нет линейки ни у кого? Ну там 14. Так, это вот такой. Я не знаю, мне нужно... Ну, жить не знаю, вот. Есть множество исследований по средней длине члена современного мужчины. Ни один из них не вызывает 100% доверия. Но в каждом из них средняя длина пениса российского мужчины составляет от 13 до 16 сантиметров. Но для нее маленький. Вот, визуализируется, я сантиметр не знаю. Ну это вот. Не 14, а это сколько? Гораздо меньше. Я думаю, да? Здесь, ну да. Так. Ну вот это печаль какая-то. Печаль. Вот такой. Не, ну это нормальная история. Ты любишь кунилингус? С недавнего времени, да.
Что произошло в недавнее время? Ну, тоже зависит от человека. Кто-то умеет делать, кто-то не умеет. А раньше парни не умели это делать? Ну, как-то, наверное, да. Как парни научиться делать кунилингус? Здесь, я думаю, что важна как бы работа двоих. Ну, то есть, когда люди говорят, где им там приятно, им не нравится. Просто девчонки какие существа. Они же боятся мальчика обидеть, понимаешь? Я не боюсь мальчика обидеть, сори. Мальчики никогда не боятся девочек обидеть. Они будут говорить, что ты бревно, ты там еще какая-то. Один раз стоит сказать, что у тебя пися маленькая, или ты там корявенько чпокаешь, все, такие шелковые становятся. Почему они имитируют? Вот зачем, казалось бы? Вот зачем ты имитируешь? Вот ты баба, ты же можешь сказать, я не кончаю. Все. Ну, либо мы расходимся, ну, либо меня эта позиция устраивает. Они же начинают там все это фантазировать, какие-то салюты придумывать, там, распласкиваться там по кровати, понимаешь, и говоришь, это лучший секс. А потом начинаются всякие измены и ебля мозгов, потому что чувак ее не удовлетворяет. Проблема в тёлках. Поэтому, что здесь важно? Вообще, в принципе, залог любых хороших сексуальных отношений. Подождите секундочку, смотрите прикол. Спасибо за подписку. Волкобарсик, ты на стриме? Я, короче, сижу, какой-то у меня тут звук странный. Ой, блин. Думаю, что за фигня? А у меня кошка жрет цветы. Сидит и жрет. Жрет. Она их жрет, понимаете? И плямкает. Жрет и плямкает. Ты потом блевать тут везде будешь. Уйди, 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 уйди. Не ешь их. Пуня, не ешь цветы. Пуня! Скотина. Это просто жесть. А пахнет-то как жесть. Будет пахнуть на всю квартиру. Так. Смотрим дальше. Алло! Капец, и главное, ест и плямкает. Привет, Снупик. Отношений, будь то кунилингус, хороший миньет, просто секс, не знаю. Когда вы с друг другом общаетесь, когда ты что-то делаешь, и ты говоришь, мне это не нравится, вот так было бы лучше. И человек делает, как было бы лучше. Ну, то есть путем изучения тела и какого-то диалога. Ну, в этом плане она права на 100%. И все будет чудесно. Простите. На выпуске с Региной Тодоренко в агент-шоу ты шутила про то, что у тебя дома есть вещи для садомаза. Действительно есть? Ну, какая-то часть небольшая. А что, наручнички? Ну, да. Ну, у меня... Ну, да. Ну, как садомаза, то есть там, типа, у меня нет комнаты этого. Из 50 оттенков серого. Но игрушки — это прикольно, я считаю. Это добавляет какой-то... пикантности. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Ты бухаешь? Нет. Все равно куча народу ассоциация Ивлеева винишка. Ну, конечно, потому что тематика, которая прошла в параллель с моим творчеством. 2,5 недели назад, во время другой нашей поездки, я немножко перестарался и прям блевал. Когда ты последний раз так нажиралась? Ну, такое очень редко происходит в моей жизни. А, подожди, нет, это была текила, это была Москва. А, текила — это все. И мне... Текила — напиток. Да. Да. Вот, кстати, опасная штука текила. Ребята, прежде чем взять в рот текилу, 10 раз подумайте, потому что одним шотиком это не обойдется. Ну, сомнительное удовольствие. Я вот люблю просто, если вечером бокальчик вина в приятной компании или с друзьями. Знаешь, вот это вот чудно. А типа просто херачить... А текила в Москве когда была? Пару месяцев Пару назад? Пару месяцев назад, да. Ужас. Я пока летел сюда, узнал страшную новость, которая, оказывается, обсуждает последние дни весь Инстаграм. Развод поп-певцов Соколовского и Риты Дакоты. А, как ты переживаешь это? Мне вот интересно, нахрена это сюда вставили? Нахрена?
Это такая, бля, важная нахрен новость. Просто новость всем новостям. Лучше бы вы дальше про члены разговаривали, маленькие, блин. Да, собственно, я никак это не переживаю. Ну, ты офигела? Ну, я офигела. Я Крити, я ее не очень близко знаю, ну, настолько, угу. чтобы. Но я с ней знакома, и для меня, как бы, действительно, это являлось там какой-то парой а-ля ми-ми-ми, действительно, красивая картинка. Но я не удивлена, ты знаешь, я не знаю, я вообще к... Слушай, ты, наверное, такой очень разговор, мне кажется, был бы долгий, если бы мы сейчас с тобой начали размышлять о любви. Я никак это не переживаю. Это печально, это прискорбно, особенно когда есть дети. Так. Вот за это грустно. А про любовь что ты хотел сказать? Ну, типа, вообще, это такое, такая субстанция, которая очень сложна в понимании и... Субстанция? Типа, любовь? Люди ее идеализируют, ок. Как-то лепят, превращают во что-то действительно. Хотя, понимаешь, у меня очень тут двоякая позиция, потому что я так думала до недавнего времени. Я ходила и громче всех орала, то, что да вы, фу, со своими отношениями, просто вы же там сейчас все разведетесь, расстанетесь, и плевалась на каждом шагу просто. Но я сейчас сама заложница такой ситуации, ну, в хорошем смысле. Поэтому мне хочется верить, что любовь есть, и она может быть достаточно долгим и долгоиграющим таким элементом. Поэтому если такие вещи происходят, это прискорбно. Мы просто со всех сторон сегодня обходили, просто летали вокруг, но ни разу не произнесли. Ты, да, ты так нежно, так удивительно и невероятно отзывалась о своих текущих отношениях, а мы ни разу не сказали, с кем эти отношения. Расскажи же нам, как так случилось, что объект всех вот этих... очень теплых слов, которые ты произносишь, очень брутального вида рэпер LG. Вот про кого бы я никогда не подумал. Я сама бы не подумала никогда об этом еще добрых полгода назад. Где вы познакомились? Ух! Это я знаю. Ну, я думаю, что раз уж... Да, в принципе, уже ни для кого не секрет. Банально, на концерте его. Ты ходила на концерт LG? Да, причем пошла не сама, там была компания девчонок, с которыми мы тусовались, и они предложили... Ну, то есть я не скрою, что музыку я... Так как я меломан, да. Есть некоторое количество песен, которые мне нравились, я их слушала, это нормальная история. И предложили пойти на концерт, ну и типа там дальше на тусовку. Я думаю, почему нет? Почему нет? Мне песни нравятся, погнали. И как там оказался, как вы оказались в радиусе его... А, были близости. Знакомы мои подружки с ним напрямую, и вот познакомили нас. Но у нас как бы знакомство состоялось такое достаточно очень стервозное с моей стороны. Потому что, ну, у меня просто такая позиция, типа, даже если мне человек там нравится, не нравится, то есть я не буду вот так вот, типа, ой, пожалуйста, господи, неужели я с вами познакомилась, боже, можно с вами фоточку? То есть я всегда, типа... Даже если мне нравится, даже если это мой кумир, там, хотя у меня кумиров нет, ну, типа, вот прям... Ага. Я всегда буду... Ну, не знаю, может быть. Не знаю. И у меня такая позиция была и тогда. И все. Я на такой позиции вот так вот на карете уехала потом домой. И так было до момента, пока я не пришла на второй концерт. Спустя пару месяцев. И как-то тогда все поменялось. Я как-то узнала, что человек классный. Очень. Что классного в LG? У меня аллергия на что-то, прикинь. Все. Конкретизирую. Мы же просто... Это из всех артистов, это один из тех, у кого есть крайне рельефный сценический образ. И что за ним, хуй поймешь. Поэтому расскажи. Ты нам показываешь его всего такого нежного, хорошего. Вот поэтому я спрашиваю, что... Спасибо, Дашечка, хейтер. Ну, я скажу так. Мне нравится, как он работает. Мне нравится, что все песни, которые пишутся, пишутся им самостоятельно. Мне нравится он как артист, что он вдохновляется там, своей собственной жизнью. И это все... трушно, честно. Мне нравится, что у него есть образ. Мне нравится, что он умеет делать продукт. Помимо того, что он умеет его делать, он придает ему
крутую форму, он умеет это продавать. И неважно, какая реакция, положительная или отрицательная, это срабатывает. И я смотрю на все это. Кстати, меня вот мучил вопрос, потому что я видела, очень многие пацаны, походу, реально обиделись по поводу 15 сантиметров, которые Настика упомянула. И они очень-очень многие писали ЛДЖу в комментариях, что он типа пиздолист. Вот. Но и мне было интересно, он ей пиздюлей за это вставил или нет? И типа не расстанутся ли они вообще и вовсе после такого? А после вот таких слов понятно, что ему вообще как бы пофиг, да? И как бы пиар, он и черный пиар вообще шикарен. Меня это безумно мотивирует, и я восхищаюсь этим. Это правда очень круто. Немногие так могут. Потому что наши артисты — это 80% под копирку, ну... Типа, ты скажешь, там, назови кого-нибудь эпатажного, интересного. Ну, где? В шоу-бизе? Ну да. Я думаю, что он один из первых, кто придет на ум, это круто. Ты когда-нибудь участвовала в придумывании образа? Новой притчи, штанцы подгоняла какие-нибудь ему новые для клипа? А бронежилеты Суприма приносила ему? Нет, я не участвую в создании его образов, но... Я могу сказать, что круто или не круто. Линзы он прям с утра надевает на себя? Это, слушайте, ну, это правда настолько, мне кажется, глупо, то, что люди думают, что это, типа, 24/7 человек ходит по дому в белых линзах, камон. Нет. Называешь ли ты его Сайна Рабой? Нет. И финальное. Про ЛДЖа, я правильно понимаю, что иногда в твои вот эти вот экспедиции 25-дневные он прилетает тебе в какой-нибудь Бангладеш или в какой-нибудь Мозамбик для того, чтобы пересечься? Да. Юрий будет дуть Юрий. Слушай, я не собирался говорить про татухи. Так. Но я увидел у тебя какое-то страшное число на руке. Причем страшно, оно прекрасное. 360. Да. Это в честь альбома? Ну, в честь песни. А. Ну, не то чтобы в честь песни, там смысл гораздо глубже просто. А вот объясни. Смотри, я сейчас ни в коем случае не хочу там издеваться над возлюбленным и все остальное. Нет. Спасибо. Но, блин, рэп делится на там сложный, глубокий, метафоричный и разнообразный, а вот у ЛДЖа он крайне минималистичный. И я понимаю, почему это нравится молоденьким девочкам, то есть это прям их жанр, и все понятно. Это шоу Дудя, в Дуде. Вот, он обычно интервью берет у разных чуваков и чувиков. Да, ну, слушай, в треке «Минимал», в треке 360. Ну, слушай, спрашивать у меломана, мне кажется, это очень абсурдно, потому что... Качает, просто качает. Ну, я же не слушаю поголовно, там, от корки до корки все песни, только потому что, там, это мой парень или... Ну, то есть, у меня есть песни, которые мне нравятся, они какие-то легкие. Мне нравится, допустим, смысловое какое-то наполнение, где-то что-то схоже, где-то что-то близко. Какое смысловое наполнение в песне 360? Я хочу тебя на 360. Объясни, я просто не понял. Ну, мне кажется, это очень простой текст, который очень легко понять. Ну, любовь там, все такое. Я могу свой смысл. Вот, да. Я хочу тебя на 360. Только тебя, ну, не тебя. То есть смысле, всю, все. Тебя всю? Да, ты никого не видишь, никого не замечаешь. Вот есть человек, все. Просто выражено так минималистично. Ну, там, наверное. Повторение было. Это уже больше к создателю, понимаешь? Я надеюсь, что у меня будет возможность ему сказать об этом лично, но не могла бы ты передать, что когда люди смотрят лайвы, концерты ЛДЖа, то не хватает несколько его пения. Там только плюс слышен. Почему так? Ты не разговаривал с ним об этом? Милый друг, ну нет. Мне нравится все, что происходит на концертах. Но это вопрос уже, наверное, к понятно. Нему. Когда ты будешь брать интервью... Да, кто-то сильно влюблен. Тебе... Все, больше не терзаю. Кто-то сильно влюблен. Юрий будет будет Юрий. Как ты относишься к пластической хирургии? Положительно. Если это грамотно и вкусно. Объясни. Ну, типа, если у человека горбатый жирный нос, и ему его подрежут и сделают красивый, почему нет? Или у человека нет сисек, ему их вставят. Классно же. А если все в порядке? Ну, это уже дело каждого. Я
Нейтралитет. Google, если, в общем, хотя бы начать вводить твое прекрасное имя туда, он очень интересуется двумя вещами. Зубами. Зубы твои. Венера. Ну, конечно. Не могут быть такими белоснежными и ровными. То есть, что с ними надо было сделать? Ну, когда ты ставишь на... Ты не знаешь, что такое Венера? Да, я знаю. Да как он не может знать, что такое Венера? Да серьезно? Это бред какой-то. Такой пломбы, что такое фальбилич раз в год? Ну, Венера — это такой процесс, когда твои зубки чуть-чуть стачиваются и надевается красивая такая история на каждый зубик. Давно сделала? Год где-то, наверное, плюс-минус. Может, два. А до этого что, плохие зубы были? Ну, относительно не те, которые должен иметь человек с публичной профессией. Губы твои? Мои. Все остальное твое? Мое. Ничего не меняло, ничего никуда никак вообще не деформировало. Ну, я имею в виду из пластической какой-то истории. Тебя когда-нибудь напрягало то, что люди так много этому внимания уделяют? Нет. Мне нравится внимание. Пускай делают, что хотят. Говорят, о чем хотят. Говорят о тебе и прекрасно. Значит, ты интересен. Значит, к тебе есть внимание. Пожалуйста. Раскадровывайте, обсуждайте, делите на части, на куски. Прекрасно же. Это поднимает мне настроение. Как должны пройти ближайшие 10 лет, чтобы Кэти будет под 40, ты сказала, что все клево. Что ты хочешь сделать за эти 10 лет? Ну, определенно, чтобы продолжалась моя история с шоу. Ну, это не, может быть, не обязательно шоу. Мне очень интересна актерская составляющая. Я хочу поэтому пройтись и пройдусь, более того. Ты хочешь быть актрисой? Ну, я бы хотела себя попробовать в этом жанре. У меня сейчас будут съемки некоторые, сериальные и киношные. А посмотрим. Ты никогда не видела, как другие люди, становящиеся знаменитыми в телевизоре, пробуют в актерстве себя? Может быть, и видела, но сейчас на память ничего не приходит, если то о ком-то конкретно. Ну, более-менее о всех. Это, как правило, невероятно говно. Как твои дела? Если у человека нет актерского образования. Согласна. Это как оперировать без образования. Согласна. Понятно, что 5-летнее образование я не получу. Есть курсы какие-то. Я хочу попробовать. Пускай. Пускай смешают с говном, я скажу, да, действительно, это не мое, простите, ребятки, я пошла дальше лепить для вас новый вайн. По поводу обучения я с тобой согласна. Я в любом случае это буду делать как-то в параллель. Я тоже не хочу лезть туда, где я как бы ничего не соображаю и такая, типа, у меня есть харизма, у меня и так получится. Нет, это не про меня. И бизнес. Ну, ты хочешь империю? Конечно. Не знаю, Юр, я в поиске. Мне хочется... Я не хочу останавливаться, это факт. Как это будет? Талисманчик, под каким углом это будет, я не привет. Знаю. Но я знаю, что я хочу лететь вперед, как локомотив. И так и будет. Но это все будет постепенно просто лепиться. Эти все вагончики, которые будут приклеиваться, это все будет постепенно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты купила себе что-то уже большое? Вот сейчас я в процессе. Квартирка? Да, потому что, когда у меня был вопрос запуска шоу или там думать сейчас о квартире, машине своей, я пошла и вложилась, как бы, и до сих пор продолжаю вкладываться именно в проект. В шоу? Да, в шоу. Так, где будешь брать, в центре? Ну, не совсем, ну и не на окраине, типа, какой-то там, чтобы, типа, леса и поля. 2-3 комнатки? Я думаю, что 3. 3 комнатки? Да. 25 миллионов рублей. Ну, что поделать? Это хорошо. Мы же работаем. Да. Работаем. И многие люди думают, что типа вот блогеры бабки рубят с нисхера. Это же труд. Это пипец какой труд. Сидеть придумывать контент, и ты в него вкладываешься, и думаешь, что придумать интересного, чтобы зрителю понравилось. Это труд. Слушай, ну остановись. Но это труд, но... Давай просто твой ответ на вопрос. Что тяжелее, заниматься тем, чем мы, ну или ты в данном случае, или работать на московском коксогазовом заводе у станка? Что больше, более тяжелый труд? Бля, коксогазовый чего? Станок? Можно мне на этот завод устроиться? Мне кажется, это равносильно непросто. Ну, типа, Юр, поверь мне, несмотря на то, что, типа, я вроде блогер, но моя работа непростая. Да мы ж кайфуем, просто дисциплинированно. Дисциплинированно, но кайфую. Ну, слушай, если люди работают на станке и ничего не меняют, значит, им тоже это нравится, значит, их устраивает такая позиция.
Вот и все. Не нравится — иди меняй. Я тоже работала мастером по маникюру, там тоже работала в ночном клубе, зарабатывала там свои гребаные 25 тысяч. Мне это не понравилось. Я пошла, переехала в Москву, понимаешь? Ни с единым знакомым, ни пошла по мужикам и так далее, и так далее. Все вот так вот начиналось постепенно. И никто не знает, получится, не получится. Бери, делай, все. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно. Давай. Коротко. Грудь или попа? Ла-ла-ла-лам, грудь. А розовое вино или черный кофе? Черный кофе. Секс или сон? Секс. Телек или ютуб? Ютуб. И телек. Дать за бабки или переехать в деревню? Переехать в деревню. Твой любимый... Ой, блядь, да что она пиздит? Это такой же откровенный чёс, пиздёж или ещё что-то. Она, блин, приехала из Питера в Москву специально, специально. Она не переедет в деревню. Нет, такие люди не переезжают в деревню. Комик-мужчина. Джим Керри. Привет, Спицбургер. Надо добавлять, что ты пиздюк Дашкин. Дашкин пиздюк пришёл. Привет. Почему? Что любимое? Не знаю, я вообще от него в восторге. Начиная от мимики, которую он просто владеет как бог, заканчивая, в принципе, его ролями. Что комичными, что не комичными. Три самых отстойных мужских качества. Пиздобольство. Маленький член. И... Пацаны, не нервничай. Этот вообще в стену ушел. И маленький член. Ну, давай, пусть будет это отсутствие чувства юмора, я не знаю. Очень банально, ну да. Да. Что ты выберешь? Никогда не заходить в Инстаграм или никогда не выезжать за пределы России? Прикольно. Ой, наверное, никогда не заходить в Инстаграм. Тебя когда-нибудь бил парень? Тоже пиздёж, такой пиздёж на самом-то деле, блин. Можно в России столько вообще мест увидеть. Россия — это, наверное, единственная страна, где есть, сука, почти всё. Всё нахрен. Озёра, леса, горы, тундра, блядь, снега. Всё, что хочешь, там есть. Такой пиздёж, если честно. Особенно с тем учётом, в скольких странах она побывала. Хотя... Я бы тоже, наверное, выбрала Инстаграм не заходить. Никогда. Ты что-нибудь слышала про марш матерей? Нет. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не заебался? Блять, мне кажется, ее, сука, пристрелят после этого вопроса. Юрий будет дуть. Конкурс! Мы забыли тебя попросить это принести, поэтому почта поможет нам доставить. Что это за подарок? Это пленочный фотоаппарат, который Polaroid, но это немножко не Polaroid, это же фирма. Ну, моментальная фото. Которая... Короче, делаешь фотку, вылезает фотка. Конкурс очень простой. У тебя достаточное количество татух, а есть какая-то, которую никто никогда не увидит, кроме близкого человека? Нет. По тайных местах. Все они доступны. В общем, места еще есть. Ты давно не набивалась? Недавно набивалась. Недавно. Предложите идею самой интересной татуировки для Насти Ивлеевой, которая по каким-то причинам может оказаться у нее на теле. И самый интересный вариант мы выберем и одарим человека фотоаппаратом. А если татуировка будет интересная, ведь правда ее можно будет набить. Да. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть. Эх. О, блин, там еще знаете, что есть? Там такая фигня. Ой. Там такая фигня интересная есть. Сейчас, подожди, пожалуйста. Да, батя нет дома. Да я на самом деле матом ругаюсь по-другому. У меня просто настроения нет и все. Так, смотрите. У нас есть еще вариант. Блин, хотя уже 8 часов. Не, надо фильмы начинать смотреть, наверное.
Я просто думала еще посмотреть. Здесь есть выпуск «Хочу невесту. Жизнь после шоу». Ну, уже да, уже его нет времени смотреть. Там почти 40 минут. Завтра глянем тогда. Так. Котики-муркотики. Я вот думала запись вот этого стрима оставить на Твиче. Вот. Но тогда нужно перезапускать стрим. Если я перезапущу стрим, вы останетесь? Господи, икота. Икота, икота, иди на Федота. С Федотова на Якова, с Якова на всякого. Ой. Рестартить? Все, отлично. Нет, хейтер, я не сделала саббокса. У нас вчера же был этот День независимости, ты же знаешь, ни хрена не работает. А сегодня я была занята, и вообще я пока не в настроении. Так, короче, я делаю рестарт.